там, где появляется она, дружба и любовь заканчиваются. Начинаются борьба и конкуренция за ее внимание. Интересно, нарушит ли эта роковая блондинка судейскую идиллию? Здравствуйте, меня зовут Аполлинария Бурло, я из города Минска, мне 21 год. Вау. Аполлинария, это правда, что вы такая умная, красивая и талантливая, что вам все вокруг завидуют? Девочки, завидуют, правда завидуют. Проблема была в том, что дети не переносят, когда ты по каким-то качествам лучше, чем они. Они же все самые умные, самые классные. И все эти самые умные, самые классные от 5 до 11 класса начали меня хейтить, начали меня булить, говорить, что я ужасно одеваюсь, что никакая я не красивая, что петь я не умею. Знаете, такие группы были подслушаны у школьников раньше. И вот в эти группы заливали мои фотографии, фоткали меня из-под тишка и говорили, а она никакая не красивая, а она никакая там не то, а она тупая. И причем даже не только дети, учителя тоже в этом участвовали. Я не знаю, это было просто худшие-худшие годы в моей жизни. Я вот прям сказать ненавидела свою гимназию, просто ненавидела ее. Когда я пришла в институт, было то же самое. Я только открыла дверь, и все обернулись на меня и такие... Я такая, ясно. Ну, красота — это тоже талант. Нужно же ее преподнести. Хочется найти людей, которые будут меня слушать, которым я буду нравиться, ну, как певица, которым я буду нужна. А вы не боитесь, что если вы пройдете дальше, такая же ситуация не повторится в нашем шоу? Почему я должна бояться? То есть вы готовы к тому, что и в нашем шоу все вам будут завидовать? Ну да. А с каких это вообще пор девушки красивые стесняются и боятся действительно своей красоты, таланта, ума? Все правильно Аполлинария говорит. Хочется ближе рассмотреть. И услышать поближе. Аполлинария, ну, то, что вы умная и красивая, это мы уже все поняли. Убедите нас теперь еще и в том, что вы талантливая тоже. Спойте нам что-нибудь. When you here before could look her in the eyes, you're just like an angel. Your skin makes me cry. Она красивая, правда. You're full like a feather in a beautiful world. You're so Мерлин Монро, хочется сказать. Да, да, да. Yeah. I wish I was special, but I'm a creep. Ooh, yeah, I said I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't. Thank you.
семинаре? Да. Я, вы знаете, устал от вашего страдальческого пения. Все построено... Несмотря на то, что вы очень красивая кукла, с ярко выраженным лицом, и крупный план вас обожает, но, детка, от меня нет. Это не зависть, это ненависть. Вот Аполлинария яркий пример зависти к молодости, к красоте, к таланту. Бедная моя девочка. Как тяжело вам будет в этом жестоком мире. Вы умная девушка очень. Вы справитесь и с завистью, и с конкуренцией. У вас есть стержень. Я говорю «да». Спасибо. Браво. Браво. Скажу вам честно, вы мне очень понравились. И внешне, и вокально. Я не согласен с Русланом. Я чувствую ваш потенциал. Но, правда, красивым очень тяжело. Талантливым и красивым еще тяжелее. А если вы еще умная, это будет вообще караул. Вот я как продюсер, не знаю, захотел бы я с вами работать или нет. С одной стороны да, а с другой стороны нет. Конечно, да. Но да, потому что мне было бы интересно, а нет, потому что вас нужно оберегать. У нее пока одно нет, одно да, и вы не определились, не определились. Нет, я определился. Но если вы говорите, просто нет, тяну время, проходит. Я хочу, чтобы она посияла своей красотой. Посмотрите, какая она красивая. Спасибо. Мне нравится ее смех, мне нравится ее улыбка. Мне нравится в ней все. Все, берите. Я говорю вам «да». Спасибо. Аполлинария, очень сложный выбор на самом деле. Я объясню, почему. Потому что у меня какой-то когнитивный диссонанс возникает. Вы понимаете, что такое когнитивный диссонанс? Ну да. Что это? Ну что вас смущает? Вы расскажите. Мы послушаем. Ну, то, как вы себя ведете вне пения, вне вокала, то, как вы стоите, как вы держитесь за микрофон, как вы ручки складываете. Несоответствие у меня образа и содержания. Да, потому что когда вот так вот стоите, я действительно вижу нечто такое кукольное. Вы согласны с Серегой сейчас, нет? Вот и я не согласен. Вокал, вопросов нет. Мощный. Мощный, спектакулярный. Вы проходите дальше. Можно я провожу ее? Провожу туда, вот в лагерь. Держите себя в руках. Вы женатый человек. Срочно отвечай, Леру выкладывай. Номерок успели взять? Ваше место вот здесь. Возвращайтесь к нам. Вы в этом шоу наставник. Согласны или не согласны с Русланом? Он единственный, кто не поддался этим чарам. Ну, это его проблема. Вот так вот, Руслан. На вкус и цвет.